Я живу в Пермском крае, поселок Гайны. Это север. У меня много друзей и ребят, которые там я вижу, и вообще соседи, которые находятся в моей деревне, они пьют, спиваются. Но мне кажется, что говорить сегодня просто там алкоголикам или ребятам, которые, так скажем, запутались на своем жизненном пути, которые пьют или еще там наркомании разные можно сюда подставить. Говорить им об этом напрямую, ой, вот вы этого не делайте, там, или какие-то агитки, там, плакаты, это только вызовет отторжение, и люди не будут это слушать. Я попытался показать так фильм и эту историю рассказать, чтобы человек смотрел этот фильм, и он задумался, а что дальше? Вот герой, когда уходит, он с этим велосипедом, с этой собакой уходит, и что дальше с ним произойдет, они уже сами должны додумывать. Основная проблема ребят, васильков вот этих, почему васильки называются? Васильки, которые пьют, обманывают, они хорошие ребята, мне их просто жалко. И на данный момент много таких ребят, и не только в деревне, но и в городе. Фильм не про алкоголиков, фильм не про то, что вот не, давайте не пить. Это форма только, то, что они пьют, форма, что он обманул. Фильм про ребят вообще, в принципе, про васильков, которые как-то ведут себя в этой жизни, может быть, не так, вот путь у них, жизнь, дорога, они как-то заблудились, и им надо помочь. Вот для меня этим фильмом я бы хотел, чтобы для них это была какая-то помощь, пища для раздумия.